Всем привет, друзья! С вами Свежий, вы попали на канал Пидбайк Урал, и сегодня посмотрим на рейсер Эндуро 300 с ПТС. Погнали! Начать можно с внешнего вида. Пластик здесь ставится уже нового образца. По звуку, наверное, слышите, он такой хрупкий, стеклянненький, я бы сказал. У X1, у X2, если честно, мне нравился больше. Но какой есть, такой есть. Мотор здесь устанавливается 170-й. Четырехтактный с двумя клапанами, объемом 270 кубов. Мощность где-то у него здесь 19,7 написано. Кстати, коробка пятиступенчатая. Карбюратор здесь устанавливается хороший, Nibi Racing PVK-34. Сейчас обойду, с той стороны еще покажу. Ну, в принципе, они сейчас на многих эндуриках ставятся, на современных китайских. Это один из самых производительных карбюраторов. Вот. По кикстартеру он здесь имеется. Ну, это такой запасной вариант, так как здесь есть электростартер. По тормозам сзади устанавливаются двухпоршневые гидравлические тормоза. Рычаг КПП устанавливается правильно, поверх, то есть не мешает, не задевает. Имеется вот такая вот регулировочка. То есть его можно настроить под себя по высоте спереди. Также гидравлический двухпоршневой суппорт. Ну, плюс таких тормозов хорошая эффективность, и колодки практически в каждом магазине можно купить. И стоимость там рублей 150-200. И по органам управления устанавливается 22-й руль. Спереди пульт. Ну, тут все стандартно. Поворотник, электростартер, рычаг сцепления, газ. Также рычаг тормоза и панель приборов. Скорость, пробег и выбранная передача. Друзья, напомню, что мой рост 1,80 м. Несмотря на мой рост, я с трудом достаю обоими ногами до земли, то есть мотоцикл очень высокий. По посадке, а вернее, наверное, по стойке, ну, это все-таки эндуро мотоцикл, внедорожный, по стойке все удобно, комфортно, мне приходится тянуться до руля. Соответственно, сиденье, оно жесткое, тонкое, это больше, наверное, место для удара жопой, чем сиденье. Ну и сам по себе мотоцикл, он все-таки, наверное, не рассчитан ездить на какие-то дальнички, а рассчитан на такой уже более-менее хард эндуро, ну, с натяжечкой. Хард эндуро при весе 130 килограмм, ну ты загнул. Ну я же скажу, с натяжечкой. Еще один эндурик, Кая К1. Вот так вот можете примерно посмотреть соотношение. Что там 21-18 колеса, но К1 прям намного ниже. Вот даже покажу. Я спокойно достаю практически двумя ногами до земли. По колесам спереди устанавливается 21 колесо, сзади 18, сами обода стальные, размер покрышек 110 на 118, довольно-таки широкое колесо, толстое. Да, забыл маленький кусочек допилить, если, допустим, со сломанным пластиком можно еще как-то ехать или доехать, а вот уже с пробитыми колесами и кривыми ободами уже нельзя. Проблема ободов решается простым путем, то есть заменой колесного диска на более усиленный обод, то есть алюминиевый. Подводя итог, неплохой получился эндуро с ПТС за такие деньги. Вот, мотик был представлен мотосалоном Емото, город Екатеринбург, переулок Базовый, 10. Кому был хоть чуть-чуть полезен видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!